Так, дальше мы снимаем шлейф с нашей батареи. Вот у нас оригинальная шлейф батареи. И откручиваем здесь два болтика. Раз, два, и она свободно снимается. Так, вот, открутили два болтика, сняли шлейф очень легко. И просто ее поднимаем, и все. И вот наша батарея. То есть, чем мне нравится этот ноутбук, что тут все очень легко меняется. Вот, такие же цифры. И такой же шлейф вроде бы. А вот наша вторая батарея. Вроде бы одинаково, правда? По номеру все одинаково. AS14, B8K, 4AS, P5 5780. Тут в эту сторону повернуто, там развернуто в эту. Просто ложим и подключаем. Тут есть размерчики, пазики, куда мы ее должны положить. Так. Тут попало, тут не хочет. Надо будет ее подправлять. Так, тут снизу пазики есть. Сначала сюда вставляем, потом вставляем сюда. Чуть-чуть туго ходило, так как новое. Но вот тут все вставилось, проверили, и нам нужно этот кабель сейчас поставить в правильном положении. То есть контакты должны быть снизу, поэтому его нам нужно вот так выкривить, чтобы он залез вот сюда. В принципе, как было тут. Кстати, я проверю сейчас по весу. Очень интересно. Так, по весу проверим. Оригинальная. Та, что стояла, вернее, оригинальная 228,3. Потому что если вес маленький, то значит объем тоже меньше. Вот она пока новая. Очень сложно вставляется и вынимается. Сколько там было, не помните? А, на 20 грамм меньше. То есть пишут оригинальная, но по факту почему-то она на 20 грамм меньше. Разве что я не знаю, может там со временем батареи становятся тяжелые, но чувствуется, что она тяжелее. 228,3. Это легче. Значит, она, наверное, уже не такая еще оригинальная, как они пишут. Оригинальной, наверное, уже не бывает. Вот такая фишка. Значит, тут меньше будет объем. Не знаю, от чего это зависит. Если есть какие-то предложения, пишите. Наши новые вентиляторы, кстати, они уже не шумят.